Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня настало время битвы гильдии. Как видите, твинк у меня по чуть-чуть растет. Он уже, в принципе, где-то топ-2 на английском андроиде. Мы идем по чуть-чуть к цели. Честно говоря, насчет топ-1 я пока не знаю, не уверен, потому что придется посливать кучу героев, которые мне нужны будут для тестов. Поэтому я не знаю, я уже гарнизон отсюда убрал. Мой просто твинк унизил полностью весь русский сервер и остальные сервера, потому что за 2 месяца набрать столько силы на русском, блин, мы играем по 2 года и ни хрена не можем к 550, ну я, допустим, 2-3 к 550 дойти, а тут практически за 2 месяца можно было, конечно, и раньше было это сделать, дойти до такой силы. Ну, что сказать, вы и так все, в принципе, про русский сервер знаете. Поехали проходить битву гильдии, и потом я вам отдельно засниму видос про этого твинка. Так, поехали унижать. Сегодня у нас, о, отлично, 550. 515, 500. Ну, есть один стоп-10. Мы вчера его обогнали. Я не буду, честно говоря, заморачиваться сегодня с героями. Вот у меня стоят герои, точнее, просто с оживой. Я уже не раз вам показывал, чем они офигенные, что в них вообще. Так, ну чё тут, ничего себе решили унизить. Ну, 480 к получается у фрейки моей. Так, окей. Пробуем еще разок заходик. Ничего себе, горгул. Ну, как видите, у меня смотритель уже максимального левела. Сегодня я их взял, докачал. Так, ладно, я все понял. Делаем, ребят, трэш-контент. Давайте по берегу пройдем. В принципе, у нас ничего сложного нет. Ну, вот такие вот топы. Если выпустить 6 на 6. В принципе, я пробовал. По-моему, они у нас были на прошлой битве гильдии, если я не ошибаюсь. Не знаю, влаживал, не влаживал. По-моему, что-то знакомый топ он был. Одним героем фрая можно его даже пройти. В принципе, ничего сложного. Дон Васаэл. Какой же он Дон, если твинки обгоняют. Так. Короче, с этим все понятно. Поехали. Следующего. По сути, мы сегодня должны взять топ по общему набору. На русском сервере, к сожалению, у нас нету столько топов с 500к, а тут у меня и силы больше, чем на основе. И так, что там такое, Рая, давай тащи. Это они разошлись все. А это Анубис у нас так атаку нерфил. Ну, не знаю, на английском сервере я вам уже не раз показывал, что тут реально ничего сложного для прокачки просто нет, если тем более вы играете с донатом. Чисто сервер для теста. То есть я там за вчера там 550, считайте, 4к, и сегодня добил без проблем. Ничего сложного в этом нет. На русском сервере, к сожалению, ну, уже, в принципе, тоже ничего сложного и на русском нет. Быстро прокачать силу. Но тут вообще проблем нет. На китайке тоже, в принципе, проблем нет, судя по базару. У нас на русском еще с этим печально все. Возможно, это и не печально, возможно, это и хорошо. Но тут у меня пока цель вытащить винка в топ. На английском, в принципе, я уже здесь это сделал.
Осталось это сделать еще на китайке. Там мы топ-1 100% займем. Тут у меня топ-1 еще немножко под вопросом. Почему именно под вопросом? Потому что неохота мне сливать полностью весь алтарь, там, ну, частично полностью, это в кавычках, и делать там с Ронином, потому что я хочу больше тестировать героев, чем просто тупо забить склад и сидеть сила. В принципе, мы и так за пару дней пробежались по всем. Так, понятно. Поехали в следующий топ. Какие-то они все странные. Не знаю, что-то у меня они... Может, этот хотя бы зацепит. Рея по центру. Непрокачанное здание, как у меня. Я себе седну слили. Ребята, жизнь, боль. Там. Можно, в принципе, взять просто Ронина и не париться, честно говоря. Ну, хоть что-то интересное. Хоть на ком-то, может, мы зависнем надольше. Опять же, это не точно. У меня герой выставлен чисто, даже не смотрел, что там у меня по талантам стоит. Честно говоря, лень даже заморачиваться. Ничего себе, какой-то вообще жесткий. Так, еще один жесткий с дырками. Интересно, интересно, что тут у него у этого. Можно, в принципе, сюда поставить. Вот смотрите, как неплохо, неплохо, кстати, отрабатывает командора. Где-то она там у него стоит. И мы его убить не можем, посмотрите. Ничего себе. Прикольненько. Да, прикольно. Вот два хоть каких-то топа, которые более-менее интересны. Сейчас попробуем Фрея сначала подолбить всех. Так, кого мы там бьем? Миссаем. А, командору, кстати, бьем. Посмотрите, мисс, 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 мисс. Судя по всему, собрано с хорошим уклонением. Была. Была собрана. Эй, выходите все. Ну, так можно, как я, проходить вот это то, что я сейчас делаю, можно и слиться запросто. У меня, в принципе, за счет того, что здесь я живу, я не особо опасаюсь. Что меня кто-то там сильно убьет. Ну, нравится мне живы, не знаю, с девятых талантов я даже сколько показывал на героях, а живы просто топовые, особенно если у вас еще есть... Топовые рунки, это никакой проблемы не составляет вам уже в дальнейшем прохождении. Так, попробуем отсюда зайти. Попробуем сейчас ворожа его шитать. А у него тоже смотритель зелененький. Человечек, чебуречек. Ладно, пробуем, значит, вытащить Фрейю. Вот зеленый смотритель для битвы гильдии, конечно, вообще топчик. Шатает очень жестко. Смотрите, мы их как шатает. Та-та-та. Ну, ничего себе, Анубиса слили. Придется ради него поставить Ронина, что ли?
Или так дотащим. В принципе, должны и так дотащить. Вот все, минус фрей, остался у нас один. Один огнекрыл. Кстати, он не может всех моих слить. Думаю, вряд ли. Посмотрите, как его там. О, ничего себе. Ну, жестик, жестик. Ну, удиви, хоть ты меня слей, блин. К сожалению, нет. Вот так вот. Битва гильдии у нас прошла. 5965. По сути, это мой новый топ практически. Если был бы там еще один топ 500к, мы бы взяли 6к и взяли бы наш новый топ. Что я могу вам сказать? Битва гильдии на английском перестала быть, ну, так частично интересно. Конечно, раз на раз не приходится. Бывают интересные расстановки топа, но я уже показывал. Сейчас непроходимой расстановки нет. Сейчас я вам покажу просто своих героев. То есть Анубис с водушкой, Асура дар жизни, Ворожай вот с эмблемкой такой, Огника, кстати, с 8 психощитом, плюс 70% жизни ставим, вроде как, видите, неплохо держится. Фрейка не перекачана. А, вот, кстати, 8 показывал эмблемы, которую выбивал, 8 поставил. Она, кстати, сливалась. Ну, тоже неплохо, 45% отражалки имеет. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Что тут у нас? А, нам надо волны пройти. В общем, ждите видоса следующего про твинка. Покажу, возможно, вам обзор на него. Подумаем, что дальше делать, потому что, по сути, я вам и так уже все заснял. Будем разбавлять немножко контент стримами. Всем удачи, всем пока.